фамилии знаменитого клана Албинского прихода Федоровой, Никифоровой. У них были, кажется, пятеро детей, и у них масса были своих детей, в общем-то, и это половина прихода в Албани, Никифоровой, Федоровой. Они здесь похоронены, и там и вообще. И здесь за ними вот Тимофеева Мария Никифоровна, а здесь Михаил Никифорович, а здесь Никифор. Все это родители здесь, а это уже дети. И там Павел Никифоров, Мария Никифоровна, Михаил Никифорович. И это будут, а и дети, вот матушка, супруга отца Иосифа Ерощука, это их. Это ее дедушка и бабушка. So, Тимофеева – это ее мама и папа. So, это Тимофеевы, Никифоровы. So, их масса.